В эфире Янаульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валиахметов. Здравствуйте. Согласно итогам проведенного в октябре общественного опроса по выбору территорий для благоустройства, большинство опрошенных янаульцев проголосовали за вокзальную, торгово-рыночную и елочную площади. О том, как изменится их облик, обсудили на встрече в культурно-досуговом центре 6 ноября. В настоящее время в нашей республике реализуется программа по преобразованию облика городов. И Янаул был выбран для участия в федеральном конкурсе малых городов и исторических поселений с проектом именно на эту выбранную территорию. Для создания общей концепции преобразования этих площадей был проведен такой формат встречи, где в первой части мероприятия, проектном семинаре, разработчики концепции развития общественного пространства Янаула, специалисты проектной группы 8, поделились своим опытом и видением того, как можно изменить и благоустроить площади. Понятие такое общественных пространств, оно очень растяженное. Это может быть и парк, и набережная, и сквер, и такие необычные общественные пространства, как пешеходные мосты, рынки, площади. Это тоже общественное пространство по факту. И то, в каком виде они находятся, это по сути формирует облик города, современный облик того же Янаула. И наша задача найти было в эти территории, выявить, чтобы вложения в эти территории дали максимальный эффект. Как, например, вот в случае с Янаулом, опять-таки повторюсь, что это самая, по-моему, востребованная территория. Здесь очень много бизнеса находится, очень много приезжает выходных с других сел. По сути, она не только центр Янаула, а центр всего района. Сюда много других районов приезжает, и даже с Пермского края знаю, что приезжает сюда. Поэтому мы считаем, что это наиболее такая интересная, перспективная. И проект, который здесь будет реализован, станет действительно визитной карточкой города, появится на его открытках, станет его символом на ближайшие несколько лет. Сейчас важный этап идет именно проектирование, и будет не одна интерация с жителями, и уже большая работа была проделана специалистами до этой встречи. Наша задача максимально выявить запрос, потому что это сейчас тенденция современной российского планирования городов и всемирная. Сейчас разговаривать с людьми, разговаривать с жителями, потому что им этой территории в конечном счете пользоваться, для них она создается. И даже самый талантливый архитектор, он не может предположить вообще, что нужно жителям. Поэтому мы много итераций проводим для того, чтобы выявить эти запросы. Вообще сейчас реализуется программа формирования комфортной городской среды. Уже с 2017 года это нацпроект «Жилье и городская среда», благодаря которому в городах и селах республики каждый год появляется порядка 140 общественных территорий. Это тоже сюда относится, да, безусловно, это очень важно. Но вот именно конкурс малых городов, он позволяет таким городам, как Янаул, выиграть гораздо более существенные суммы, там, десятки раз превышающие ежегодные эти поступления, и сделать действительно значимые, большие, серьезные проекты. В 2019 году у нас уже победило три города от республики. Это Бирск, Бельбей и Шимбай. Сейчас они уже приступают к реализации этих мероприятий. Как такового проекта у нас сейчас нет. То есть мы действительно приехали для того, чтобы понять, что нужно городу, для того, чтобы поговорить с разными интересантами развития этих мест, тех, кто дальше будет пользоваться этими общественными пространствами, местных жителей, предпринимателей, организаторов мероприятий. Но сказать, что у нас нет никаких задумок и каких-то первых идей, мы тоже не можем, потому что уже начинает формироваться какое-то понимание того, что горожане ожидают от этих мест. Нам посчастливилось выбирать города, с которыми мы хотим работать. И Янаул в этом плане показался нам интересен в том, что мы не берем вот какое-то понятное пространство, а в том, что мы работаем с очень сложной и непонятной территорией. И это на самом деле нет там сейчас никакого такого артикулированного променада, значит, от одной площади до другой. То есть мы это сейчас так называем, и на самом деле в голове у нас это сложилось, но это вообще непонятно и не видно. То есть когда ты анализируешь карты, ты вообще не видишь это пространство. Это вот родилось из анализа города, из общения с местными жителями, с городской администрацией, из наблюдений, из вообще аналитики, которую мы проводили по городу. И в этом плане, конечно, интересно также сочетание различных программ. То есть условно РЖД делает сейчас вот этот проект с мостом, и они готовы, прямо у них есть запрос, что дайте нам проект того, как нам нужно благоустраивать нашу часть вокзальной площади, чтобы мы это сделали как бы по уму с архитекторами.
И есть инициатива предпринимателей, которые заходят там на рынок с тем, чтобы тоже им подсказали, что нужно делать конкретно, как это лучше организовать. И в этом плане, конечно, вот именно сочетание разных проектов, разных интересантов, разных пространств, разных источников финансирования позволяет сложить такой очень интересный пазл, который на самом деле, ну, является самой интересной задачей для любого специалиста. Один из самых активных творческих этапов семинара представлял собой работу в группах, где каждый участник описывал то, что бы он хотел видеть на этой территории, перечислял все возникшие идеи, чтобы будущий вид был не только эстетически привлекателен, но и удобен, функционален и практичен для всех горожан, сохраняя при этом особенный индивидуальный колорит. Такая форма совместного обсуждения проекта носит название «соучаствующее проектирование». Пока что для нас это такая новинка, когда в одном зале собрались различные категории людей, различных профессий, различного возраста, и они совместно обсуждают то, каким будет новый облик общественных территорий города Янаул. К реализации этого проекта, вот нашего именно конкретно проекта, привлечены проектировщики, архитекторы, проектная группа 8, это казанские наши архитекторы, которые уже помогали другим малым городам, в том числе и в Республике Татарстан, выиграть вот этот конкурс. То есть, несмотря на их молодость, они достаточно амбициозны, у них накоплен определенный опыт, и мы выражаем надежду, что и в нашем городе они создадут очень интересный, уникальный проект, которым мы будем гордиться и который будет работать на город Янаул, на горожан, на нас. В завершении мероприятия участники каждой группы презентовали итоги своей работы, рассказали, что они включили в свою идею. По словам архитекторов, участников проектной группы 8, на основе всех предложенных в этот вечер идей, к следующей встрече они подготовят уже разработанный проект того, какими станут площади города. Гульнара Сиддикова, Аяс Хабибуллин, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. Встреча преподавателей филиала Нефтекамского многопрофильного колледжа совместно с представителями администрации района и управления образования прошла 5 ноября в актовом зале колледжа в селе Прогресс. Основной темой обсуждения стало сократившееся число желающих обучаться в этом учебном заведении. Своим видением ситуации поделились как педагоги, так и директор Нефтекамского многопрофильного колледжа Рамиль Харасов. Участники собрания совместно обсудили способы выхода из сложившейся ситуации, особенно актуальны сейчас. Для многих молодых жителей нашего района обучение в этом колледже – это хорошая возможность получить те рабочие специальности, что востребованы в настоящее время. Необходимость сохранить филиал, а также сделать его работу более эффективной – первоочередная цель всех сотрудников заведения. Да, вот ситуация, складывающаяся в филиале многопрофильного колледжа Нефтекамского в селе Прогресс у нас нелицеприятны в плане убывания количества обучающихся. Для того, чтобы мы могли заново перезагрузить себя, в том числе и весь персонал учебного заведения, наше управление образования, социальный блок, чтобы создать некую систему взаимного решения проблем, которые возможно решить. Мы инициировали вот эту встречу. Я считаю, катастрофы нет. База здесь, конечно, надежная, совершенная, светлая, уютная. Просто профориентационная работа в наших школах, в школах соседних районов, где возможно привлечение детей для дальнейшего получения здесь профессиональных навыков, мы должны работать вот в тесном контакте. И вот спасибо, что директор колледжа Рамиль Рашитович Харасов прибыл. Он объяснил, указал на имеющиеся недостатки в работе персонала. Ну, таких больших я бы не сказал, но системные проблемы, они тоже присутствуют. И надеюсь, наше взаимодействие сработает на улучшение имиджа профессионального здесь обучения в колледже многопрофильном. А в целом цель – сохранение колледжа для того, чтобы все бюджетные места были заняты. К сожалению, сегодня при
мощности в 480 обучающихся, сегодня здесь обучается всего 115 человек. Эти цифры сами говорят за себя. Здесь имидж учебного заведения нужно поднимать. На многих факторах можно это сделать. На выдающихся или успешных их выпускниках, на рассказе или с участием в родительских собраниях педагогического коллектива данного учебного заведения в школах наших, приглашением детей сюда на базу показать. Ну, реально здесь получают хорошее образование, обучают мастера своего дела здесь и мастера производственного обучения с большим опытом работы. Хорошие знания они дают, я просто в курсе. И слушал их лекции. Они хорошо преподают. Это моя оценка, конечно, мое мнение. Но где-то, может, наши родители до этих моментов не дошли или не знают. Потому что убавление количества обучающихся – это престиж учебного заведения. То есть зависит от престижа учебного заведения прежде всего. Ну, системная проблема в целом складывающаяся в системе среднего профессионального образования, в целом по стране имеющаяся, она отголоски, отражение здесь имеет. Но всегда при любых проблемных вопросах есть лучшие, есть худшие. Мы должны быть лучшими. Всероссийская акция «Ночь искусств» проводится в Янауле уже не первый год. Гостей праздника ждали в культурно-досуговом центре на разных площадках. Работники культуры, сотрудники библиотеки, школы искусств и дополнительных образовательных учреждений подошли к мероприятию серьезно и подготовились основательно. Работники библиотеки организовали выставку книг, не забыли про год театра. Театральная студия «Маскарад» показала веселую миниатюру. На площадке искусства красоты Есения Ахмадиева раскрыла милым дамам некоторые секреты макияжа. Затем гостей пригласили на второй этаж. Здесь их ждали сразу на нескольких площадках. Например, с педагогами Дома пионеров и школьников можно было научиться делать объемные макеты. Мастер-класс у нас по бумажному моделированию в технике Papercraft. Papercraft – это новое направление. Получается, из бумаги делается. Техника похожа на оригами, но если мы в оригами работаем без ножниц и без клея, то Papercraft, наоборот, нам потребуются ножницы и клей. Зачем? Схема находится в интернете, их создают инженеры-программисты в свободном доступе. Они. Получается, находим схемы, какие нам нужны. Вот, если, например, кошка, нашли схему кошки, распечатали на плотной бумаге. Потом вырезаем каждую деталь, и также вот надо сгибать и уже соединять детали, да, там уже цифры написаны. Живая музыка привлекла внимание многих зрителей. Юные музыканты школы искусств наглядно показали, чему научили их преподаватели. Смысл мероприятия в том, чтобы показать детям, на каких инструментах играют, звучание этих инструментов, допустим, рисовать. Допустим, в музыкальной школе художники разукрашивают листья, там дети охотно разукрашивают и эту мелкую моторику развивают, во-первых. Театральная студия показывает свои произведения. Можно с ребенком посетить, посмотреть, где обучить можно своего ребенка искусству, допустим, игры или искусству театра. Фортепиано, гитара, баян, тальянка. И не только эти инструменты покоряются воспитанникам школы искусств. Например, Станислав Храновский учит наших детей играть на саксофоне и кларнете. Приехал он с Оренбургской области. Thank you.
главное желание ребенка. Мне 28 лет, я занимаюсь на музыкальных инструментах 7 лет. То есть я, в принципе, уже 21 год своей жизни отдал музыке. Труба, кларнет, флейта, саксофон, фортепиано, барабаны, гитара, контрабас. Человек-оркестр? Ну, практически. Не совсем, но да. Если талант у ребенка есть, то его просто, в принципе, надо желательно сподвигнуть на это и все. Как вот, допустим, у меня есть первоклассник один. Я его просто сподвигаю, я его двигаю к этой цели, а у него все получается. То есть, в принципе, это несложно, когда у ребенка есть данные, неважно, инструментальные, вокальные. Константин Баширов обучает детей играть на гармошке. Этому в Янауле еще не учили, уверяет он. Руки взяли, а гармошку, получается, наверное, лет 17-18, когда уже мне было. Поздно. Лучше начать раньше. На работу приезжаешь, начинаешь именно с гармошки или с баяна. Надо каждый день играть. И что-то получится. Когда уже умеешь сам, научить уже легче. А когда не умеешь сам, наверное, трудно. Ну, ребята, вот первый в этом году как бы проводится эксперимент. Ну, я провожу эксперимент. Я взял 4 учеников, которые учатся именно на гармошке. Это не было такого еще, такого. Я на воле. Никто из гостей праздника не остался равнодушным. Радость и гордость за детей переполняла всех. Сегодня было много интересного, конечно. Мне очень понравилось. А учиться, конечно, у нас второй класс всего лишь, поэтому многому придется научиться. Но я думаю, все осилим. Музыка – это же красиво, это культурно. Культурное воспитание детям – это обязательно, я считаю. Поэтому в наше время тем более. Очень много талантливых детей. Все очень замечательно, такие инструменты разные, красиво звучат. Очень понравилось. Ваши дети чем увлекаются? У меня дочь ходит в художественное отделение, в музыкальную школу. Так что мы непосредственно связаны с творчеством. Будем приобщать к творчеству сына. А юные актеры детской студии «Дебют» показали басню «Стрекоза и муравей». Завершилась ночь искусств показом художественного фильма «Сестренка» по повести Мустая Карима «Радость нашего дома». Первым ноябрьским вечером в Центральной районной библиотеке было особенно многолюдно. Какая же акция проходила в здании? Чем привлекли внимание янаульцев сотрудники библиотеки, смотрите в следующем сюжете. Конкурс «Самая читающая семья», который проводят сотрудники библиотеки в пятый раз, прошел именно в Книжном царстве районной библиотеки. Начальник управления культуры Ренат Ибрагимов поприветствовал всех и пожелал участникам удачи. Активные, задорные, креативные 6 семей стали участниками конкурса. И папы, и мамы, и детки проявили себя в различных областях, показали свои актерские таланты, вокальные данные и умение танцевать. Так получилось, что муж приехал с командировки, ему дали 4 дня выходных, и мы его попросили, чтобы он нас поддержал, с нами участвовал в этом конкурсе. Он, конечно, согласился, как он никогда не отказывает нашим девочкам, поэтому поддержал всегда, и вместе решили выступить. Сотрудники библиотеки тоже пригласили нас участвовать в этом конкурсе, узнали от них, с радостью согласились. Каждая семья придумала название своей команде и девиз. Сармановы из деревни Югамаш назвали свою команду «Любознайки». Мы очень переживали, что дети забудут текст, но в итоге получилось, что сами немножко подзабыли, но выкрутились. Вот. А так ничего сложного не было. Нам приятно было ощутить себя еще раз командой, с семьей. Ушкардастан, Медовый край. Команда Елаловых не забыли про столетние юбилеи в нашей республике и вышли на сцену в башкирских костюмах. Из уст маленького Дамира прозвучал отрывок из произведения Мустая Карима. Общий читающий стаж команды «Башкирские пчелки» насчитывается 58 лет. Мы буквально вот недавно прочитали всей семьей повесть «Мустая Карима. Радость нашего дома». А в этом году исполнилось 100 лет со дня рождения великого башкирского писателя. И мы посмотрели фильм «Сестренка» по его повести и прочитали книгу «Радость нашего дома». Это действительно семейная книга, книга о войне. Нам очень она понравилась. Сын даже в конце плакал, да, когда Оксана уезжала. Команда Гильфановых из села Вейды назвалась «Знайками». Девиз семьи прозвучал так: «Кто много читает, тот много знает».
Помогал нам Кашапова Зумфиралпа, наша библиотекарь. Слова долго учили? Дети, наверное, быстрее запомнили? Нет, нет, просто вот своими словами. Именно. Из школы приходим, стихи наизусть читаем им обратно, и в школе много задают. Многодетная семья Набиуллиных с деревни Староваряж тоже познакомила зрителей со своей командой. Есть и младшая сестренка, ух, и шустрая девчонка, ее Дариной зовут, все ее обожают, берегут. Посмотрите, посмотрите, наше солнце, наша радость и отрада, пусть малышка только три, все умеет, посмотри. Песню команда «Непоседа» семьи Ахьяровых оценили и жюри, и зрители. Верю своим девочкам, своим детям. Они не подводят меня. Как-то участвуют, стараются активно участвовать. Поют, да? Ходят на концерты, выступают. Я, получается, была в этой сказке «Голубикой». Это было... Мне понравилось, и я узнала то, что бывают разные люди. Там, например, вот одни вот эту книгу любят, другие, например, другую любят. И мне очень понравилось участвовать в сказке. Второе задание конкурса называлось «Любимая книга». Команды должны были инсценировать книгу, рассказать и показать про нее мини-спектакль. Семьи рассказали про разные книги, подготовили костюмы, декорации. Зрители познакомились с башкирскими сказками, с произведениями Мустая Карима. По итогам конкурса каждая читающая семья получила призы в разных номинациях. Диплом третьей степени заслужила команда Гильфановых. Диплом второй степени был вручено семье Сармановых. Хусаиновым жюри присудило первое место. Гран-при завоевала команда Ялаловых. Очередное мероприятие в стенах Центральной районной библиотеки позволило собраться янаульцам 6 ноября. В этот раз были открыты двери не только читателям, но и всем активным жителям города. Мероприятие так и называлось – «День открытых дверей некоммерческих организаций». Проходило оно по всей республике. Совет женщин нашего района тоже присоединились к этой акции. Инициатор районной акции Ильсиар Проскурякова рассказала о деятельности данной организации, познакомила с ее действующими проектами. Врач-невролог Юлия Потеряева рассказала о профилактике атеросклероза. Подробно объяснила, что приводит к этой болезни, как правильно соблюдать диету и на что нужно обращать внимание в первую очередь. В то же время на разных площадках проходили игры настольные и подвижные. Желающие могли воспользоваться услугами парикмахера-визажиста Гаяза Султанова. Общественная палата Республики Башкортостан именно 6 ноября объявила акцию «Республиканский день открытых дверей некоммерческих организаций». Любой желающий мог прийти сегодня на эту акцию, но в основном стали участниками неоткрытых дверей. Это участники проекта «Старости нет», проекта «Включите свет», волонтеры, председатели женсоветов сельских поселений, организаций, учреждений и все те, кто желал прийти сегодня на эту республиканскую акцию «День открытых дверей». Цель этой акции – информировать население о деятельности некоммерческой организации. И поэтому мы сегодня рассказали, чем занимается Совет женщин, что у нас есть уже свои реализованные проекты, есть мероприятия, которые стали традиционными и полюбились нашим многим янаульцам. Если перечислить, это массовый велопробег в рамках всероссийской акции «День тысячи велосипедистов»,
парад близнецов, женщина, мать нации, республиканский конкурс, который проводит общество башкирских женщин района. Мы в 2017 году также реализовали проект «Ступени взросления» по подготовке девушек, десятиклассниц города, предстоящей семейной жизни. И вот в этом году мы реализовываем два проекта. Это на субсидию Республики Башкортостан «Старости нет» и «Включите свет» наград президента Российской Федерации. Я вот хотела бы сказать, деятельность Совета женщин невозможна без членов Президиума Совета женщин, без председателей женсоветов, без волонтеров и вообще активного населения нашего района. Поэтому хотелось бы пригласить побольше инициативных людей, активных людей к участию деятельности Совета женщин. Вообще любой желающий может стать членом Совета женщин Янаульского района. Фестиваль клуба веселых и находчивых прошел в культурно-досуговом центре 1 ноября. А в этом году на сцене встретились 13 команд из Янаула, Нефтекамска, Уфы и даже Екатеринбурга. Открытие Янаульской лиги КВН состоялось в прошлом году. За этот год число янаульских команд заметно выросло. На сцене выступили как давно знакомые зрителю команды «Кван», «Зал ожидания», «Бонус», так и много новичков. Открытие фестиваля доверили молодым котикам из гимназии имени Муксинова. С самого начала выступления они покорили зал своими недетскими шуточками. Владимир Владимирович, а что бы вы хотели на свой день рождения? Да мне ничего не надо. Хотя, хотел бы попасть в сезон Янаульской лиги КВН. Ну, Петя! Что? Владимир Владимирович просил, между прочим, он там никогда не был. На протяжении всего вечера участники не давали зрителям скучать. Каждая сборная старалась показать свой неповторимый юмор и яркий стиль игры. Без внимания не остался и ведущий мероприятия Тимур Гахраманов. В его адрес в этот вечер прозвучало немало острых шуточек. Девочки, я его где-то видела. Да где? Да вспомнить не могу. Вспомнила! На рынке персиками торговал. Тимур, извините меня, пожалуйста, я перепутала вас с другим человеком. В общем, такая ситуация. Каблук отвалился. И нам стало легче. Вот. Я желаю успехов нашей команде. Очень хорошая дружная команда. Сопровождает нас. Нас завуч Ирина Павловна. Очень хорошая. У нас всегда дружная атмосфера. Мы быстро придумывали шутки, все репетировали. И все вышло так хорошо. В этой команде собраны все самые лучшие девочки из нашего класса, которые просто обладают с какими-то суперскими эмоциями, и мы собрали именно девчачью, потому что на самом деле это очень легко и очень позитивно. Наш город представили в этом году 7 команд. По одной команде от лицея и школы номер 1, 2 команды от школы номер 4 и 3 команды от гимназии. Сборная «Кванта» обновила свой состав прямо во время выступления. Гостями фестиваля стала уфимская сборная нефтяного университета «Все возможно» и команда из города Екатеринбург «Дайте посмеяться». Они показали высокий уровень мастерства. Ага, попался, Александров! Сколько ты от моей команды бегал, сколько от меня бегал! Все, пора родине служить! Александров! Детишки, не только дети, студенты, взрослые, все начали интересоваться этой игрой, потому что в этой игре можно посмеяться хоть над чем, забыть проблемы и просто оставаться собой. И очень приятно то, что мы вновь начинаем второй сезон, и очень приятно то, что такие дети здесь, такие крутые, такой теплый зал. В конце игры жюри определили победителей в номинации «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая шутка». По итогам зрительского онлайн-голосования выиграла команда «Красивая сборная башкирской гимназии» города Нефтекамск. Общим решением жюри и руководителя лиги в новый сезон прошли все участники фестиваля. Зульфия Юсупова, Аяс Хабибуллин, служба новостей Янаульского телевидения. Один из последних дней осенних каникул юные спортсмены нашего города провели с удовольствием и с пользой. Для участников спортивных секций по плаванию было организовано соревнование, посвященное Дню народного единства.
Свою дистанцию мальчишки и девчонки проплывали разными стилями. Мы проводим такие соревнования, где дети участвуют только наши воспитанники, наши участники города Ямало-Ненецка. Приезжих команд у нас нету, поэтому дети участвуют во всех стилях. Самому маленькому ребенку у нас, участнику, 7 лет. Дети учатся в первом классе, которые уже научились плавать. Дистанция у них 50 метров кровь на груди. Старшие ребята плывут 100 комплексное плавание. Городские открытые соревнования по картингу прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» 2 ноября. Свое водительское мастерство показали команды из станции юных техников и физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность». Каждому участнику предстояло преодолеть дистанцию в 10 кругов максимально быстро. Ребята постарались продемонстрировать все свои умения, хотя погода создала дополнительные трудности для водителей. Из-за снега карты заносило в сторону, но все ребята справились. И участники, и зрители в этот день получили заряд бодрости и положительных эмоций. После завершения соревнований победителей наградили памятными подарками и грамотами. Прошел первый этап, это было 10 кругов мы ездили по кругу, вот, и у нас есть призеры, молодцы, ребята хорошо себя проявили, хорошо выступили, показали, что они могут, что наши гонщики самые лучшие. Сергей вот Макшаков у нас вот как один из лучших, вот он как раз таки доказал, что он лидер и он может выигрывать. И он победил. Молодец. Я очень за него рад. Вот. Я вот устроился только вот в сентябре. Сейчас вот преподаю. Уже за 2 месяца мы успели сплотиться с нашими ребятами. Ко мне ходят около 60 человек. С ними мы каждый день занимаемся. В гараже занимаемся, чиним карты, собираем, разбираем двигатели. Также чистим их обязательно. Выходим, катаемся обязательно, это тоже без этого никуда, без практики мы далеко не уедем, вот, поэтому это основа у нас. А также мы еще проходим теорию, изучаем, там, допустим, тот же самый двигатель внутреннего сгорания, из чего он состоит, как он работает и все остальное. Таковы новости к этому часу.